В Саратове полицейскими по подозрению в совершении кражи задержана жительница Волгограда. О случившемся стало известно из заявления 62-летней гражданки, обратившейся в Кировский отдел полиции. По словам потерпевшей, в момент совершения преступления она находилась на территории городского рынка. Поднявшись на второй этаж здания, женщина направилась на примерку головного убора. На этих кадрах видно, что вслед за ней в магазин проследовала и 25-летняя подозреваемая. Через некоторое время горожанка почувствовала, что кто-то открывает замок на женской сумке. Женщина среагировала и побежала вслед за обидчицей, позвав на помощь сотрудников охраны. Подозреваемая, как выяснится позже, для изменения образа была в парике. Быстрым шагом спустилась в мясной отдел на первом этаже, откуда побежала на выход. Но через некоторое время была остановлена представителем службы безопасности торгового объекта и передана в руки правоохранителей. Добычей подозреваемой стал кошелек, в котором находилось 12 тысяч рублей. Женщина доставлена в отдел полиции, где дала признательные показания, похищена и изъят. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время устанавливается причастность подозреваемой к совершению аналогичных преступлений на территории города Саратова. Если вы или ваши близкие пострадали от действий данной гражданки, просим сообщить по телефону, указанному на экране.